Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешателю души истины, и же везде сои вся исполняй, сокровища благих, жизни подателю, приди, вселись явны, и очисти на всякие скверны, спаси, блажа души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наши, не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наше же и си на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство Отца и Сына и Святого Духа ныне присно, и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свыше мире спасение душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине Отце нашем, святейшем Патриарше Кирилле, о Господине Отце нашем, блаженнейшем митрополите Ануфрии, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Агафангеле, честнее пресвитере Святого Христе диакон, вся всем притче, люди Господу, помолимся. Господи, о, еже милости нынешнее благодарение мольбу нас, недостойных рабов своих, пренебесный свой жертвенник, приятие благоутробно, помиловать нас, Господу, помолимся. Господи, о, еже не услышаться благодарение нас, непотребных рабов своих, еже приятных о него благодарение в смиренном сердце приносим, но и как одило благовонное, всесожжение тучное, благоприятному да будет Господу, помолимся. Господи, о, еже ныне послушайте глаз моления нас, недостойных рабов своих, и доброе намерение и желание верных своих благой сна исполните, и всегда коче благодетельным и церкви своей святей, и всякому верному своему рабу прошение даровать Господу, помолимся. Господи, о, еже избавит церковь святую своей рабов своих, Анатолия, Николая, Анастасия, Любовь, Лидия, Анастасия, Лидия, Алексея, Иоанна, Виталия, Ирины, Алексея, Сергия, Александра, Валентины, Марины, Андрея, Виктории, Сергия, Наталья, Владимира, Веры, Ирины, Елены, Юлии, Екатерины, Юлии, Елены, Евгения, Валентины, Евгения, Артура, Сергия, Юрия, Игоря, Александра, Анастасии, Сергия, Андрея, Марии, Сергия, Владимира, Лариса, Валентины, Анна, Георгия, Ольги, Александра, Льва, Надежда, Галина, Михаила, Андрея, Светлана, Анатолия, Светланы, архимандрита Липи, Романаха, Макария, Романаха, Анафана, Романаха, Матфея, протерей Игоря, протерей Андрея, протерей Андрея, протерей Сергия, протерей Артемия, протерей Всеволода, протерей Михаила, Ирея, Иоанна, Ирея, Василия, Ирея, Александра, Ирея, Николая, Ирея, Алексея, Ирея, Александра, Ирея, Андрея, Ирея, Алексея, Ирея, Антония, Антония, сосродники, Валерия, сосродники, Александра, сосродники, Алексей, Дмитрий, Сергий, Александр, Анатолий, Евгений, Надежда, Ангелина, Наталья, Татьяна, Татьяна, Анастасия, Павла, Светлана, Светлана, Иоанна, Сергия, Светланы, Виктория, Наталья, Марины и всех благотворителей и сподвижников православной социальной сети и лица, и благотворительным фондом и лица, и всех нас, от всякие скорби, беды, гнева и нужды, от всех врагов, видимых и невидимых, здравием, долгоденствием и миром, ангелом и ополчением, верным соградите Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную, Владычу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно на веки веков. Аминь. Благодар несущий достойней рабе Твоей, Господи, о Твоих великих благодать нас бывших, славящих Тебя, хвалим, благословим, благодарим, повеличаем Твое благоутробие, и рабски любовью пьем Тебе благостью спаси наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Твоих благодетельного в туне кораби непотребные, святой Владыка, к Тебе усердно притекающие благодарение по силе приносим, и Тебя, как благодать Творца славящего пьем, слава Тебе, Боже, прещедрый, и ныне и присно веки веков, аминь. Богородица христианам поможь, Твоя престать стяжавшая раби Твои, благодарны Тебе пьем, радуйся, Пречистая Богородица Дева, и от всех нас бед Твоим молитвами всегда избави, или на вскоре предстательствующий я. Премудрость к Ефесеям послание стага апостола Павла щени вон мне. Братья, каче до света ходите, плод по духовный есть во всякой благостыне, правде истине, искушающий, что есть благодно Богови, и не приобщайтесь им делом, не плодную тьму паче же обличайте, бываемые от них срамности глаголоте, вся же обличаемая от света является, вся бы являемый свет есть. Всего ради глаголит, восстань, спя и воскресни от мертвых, и освятите Христос. Блюдите оба, как опасно, ходите, якоже не мудрый, но якоже премудрый, искупующий время, ко дни лукавы суть. Всего ради не бывать несмысленно разумевающий, что есть воля Божия, и не упивайтесь, но мне уже есть блуд, но паче исполняйся духом, глаголище в псалмех и песнях и пениях духовных, воспевающий и поющий в сердцах ваших Господеве, благодарящий всегда всех о имени Господа нашего Иисуса Христа, Бога Отцу, помянуть друг другу в страсти Божией. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость простью, слышим святаго Евангелие, какую весть, сели мир всем. От Луки святаго Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, вон мем. Во время он, входящий Иисусу, в некую весть, сретошек 10 прокаженных мужей, и же старшись далеча, и идти вознесоша глаз глаголющее, Иисусе наставниче помилуйны, и видев речеем шедше покажись священником, и быть идущим очистившися, и один же от них, видев яко исцели, возвратися согласом велем славе Бога, и подениц при ногу его, хвалу ему сдая, и той бе самарянин, отвещевав же Иисус рече, не 10 ли очистишь, да 9 где? Как они обретошися возвращи дать и славу Богу, токман и племенник сей, и рече ему восстав иди, вера твоя спасетя. Слава тебе, Господи, слава тебе! Тебе, Господи, исповедуем, тебе привечного Отца вся земля величает, тебе все ангелы, тебе небеса и все силы, Тебе, Херувимы и Серафимы, непрестанными глаз и взывают, свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества, слава Твоя, Тебе, преславный апостольское, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенной исповедует Святая Церковь, Отца непостижимого величества, поклоняет Твой истинного дарованного Сына Святаго Утешителя Духа, Ты, Царю славы Христе, Отца Пресносущный, Сын Еси, Ты к избавлению приемля человека не узнушался из девического чрева, Ты, одолев смерти, желать верзнести верующим Царство Небесное, Ты, одесную Бога, сидишь во славе Отче и Судья, прийти веришися, Тебе вопросим, помози рабом Твоим, их же честную кровь откупил Еси, сподобиться святыми Твоим, вечной славе Твое царствуйте, Спаси люди Твои, Господи, благослови достояние Твое, исправи я вознеси их вовеки, во вся дни благословим Тебя, восхвалим имя Твое к века, сподоби, Господи, в день Тебе без греха сохранитесь нам, помилуй нас, Господи, помилуй нас, буди милость Твоя, Господи, нас якожу повахом на Тя, Господи, повахом, да не постыдимся вовеки, аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас, Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу величаем. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне присно, веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
Христос, истинный Бог наш, молитвен пречистая своей Матери и всех святых, принято спасение от нас, всякого блага, человека любец. Аминь. Благодарю вас, дорогие братья и сестры, за нашу совместную молитву. Мы продолжаем молиться, и я вас призываю усерднее молиться, потому что Церковь наша святая переживает очень непростые дни. Молитесь, просите Спасителя мира, и Господь вас услышит. Спасибо, Христос.